Всем здорово, с вами Вова, и сегодня мы с вами на легендарном месте, где год назад были много нерв заруб и много подписчиков. Сегодня мы на этом прекрасном и легендарном месте делаем обзор на нерв Double Strike. Погнали! Этот нерф из коллекции, которая называется Zombie Strike. К нему идет... К нему идет два патрона Zombie Strike, которые зеленые, не перепутайте. Как вы видите, у него курок вот такой. Его можно заводить одной рукой, что удобно. Для инвалидов. У него два дула, он переднезарядный. Вот сюда вставляете две пули, взводите и стреляете. Тут имеется... Планка Пикатинни. Планка Пикатинни. А кто это? Это вот эта фиговина! Он окрашен в офигенный зеленый цвет. Цвет, офигенный спуск. Рукоятка белая. Типа платок это или... Изолента. А? Изолента. Изолента. Спасибо оператору. Продается сейчас только на БУ рынке. По-моему, вроде от 100 рублей до 500 или до 1000, но так-то он реально компактный, офигенный и быстро перезаряжается. Дизайн вообще просто 10 из 10. Еще его можно вот так вот крутить, как пиццу. Ладно, давайте делать fire test. Let's go. Начинаем считать метры. Let's go. На 15,5 улетел наш патрон. Это просто офиген такого маленького нерфа. Погоди-ка, ты не учел, куда он улетел? На 15 улиток или метров? Метров. Я думал улиток. Ну, бывает. Этот нерф я рекомендую к покупке. Вот. Ладно, ну а с вами был я. И всем пока.